столице Алмазного края должно быть красиво и чисто, так решили депутаты Мирнинского городского совета. Они приняли новый документ, переписали правила благоустройства города. Определили и ответственных за выполнение закона. Как работает новый документ и как в итоге это скажется на самих жителях города, узнавала Мария Урцева. Новые правила благоустройства города заставят мирнинцев жить по-новому. Особенно это коснется предпринимателей. Теперь их будут карать за выставление манекенов на крыльце торговых павильонов и магазинов. Отсутствие урн и приборов наружного освещения будет строго караться. Сгребать снег на проезжую часть по новым правилам тоже нельзя. Екатерина Михеева, предприниматель со стажем, нововведение поддерживает. Со всеми нельзя, согласна. Мы это поддерживаем, стараемся поддерживать. Мы, конечно, за порядок в нашем городе. Сами любим очень чистоту и стараемся соблюдать эти нормы. Мы каждый год высаживали деревья, да, вот за магазином. Но брать наших ребятишек, да, и каждый год они у нас ломают. Все эти деревья, и каждый год мы одно и то же высаживаем. Конечно, тяжеловато. Здесь будет помощь администрации, вот в этом. Цветы точно так же. У нас кто не пройдет, все цветы срываются. То есть это тоже постоянная трата денег. Под особым контролем предприниматели, занимающие павильоны на остановках общественного транспорта. Они теперь обязаны поддерживать чистоту и порядок на территории. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие или арендующие земельные участки, обязаны содержать и проводить уборку не только своего участка, но и прилегающей территории по периметру 10 метров от границы земельного участка до границы смежного. За несоблюдение правил благоустройства города депутаты предусмотрели штраф от 5000 рублей. Злостных нарушителей занесут в черный список. С введением новых правил жить чистым и красивым Мирном станет только приятней. Мария Урцева, Тимур Шерижик, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».